побольше воздуха. Посмотри, справа от себя оставил вратарь. Уж не знаю, вот, умышленно или нет, как будто заманивая удар в ту сторону. Да, заманивал, но не перехитрил. 1-0 на спине у Синдзи Кагавы, 1-0 на табло в Саранске. Сборная Японии невероятным образом, драматичным, выходит вперед. Пенальти и удаление, двойное наказание. И вот теперь немногочисленные поклонники сборной Японии дают о себе знать. Стадион гремит разными звуковыми гаммами. Одни от недовольства, другие от восторга. И здесь грохот. Это очень громкий стадион чемпионата мира. Аккуратный удар. Это, по сути, Паненко. Ну, такая, не слишком поднят был мяч. Он просто вкатил его по центру. Самонадеянный удар, надо сказать, нанес по воротам Синдзи Кагава. Ну, забивал чемпиона Англии и Германии, поэтому имеет право.